Молодежный проект «Туриада» приглашает желающих в очередной турпоход. 19 и 20 марта его участники пройдут 22 километра по южной части озера Сямозера. Обязательная часть программы – посиделки у костра и ночевка в палатке. Авиакомпания «Руслайн» отменила ряд рейсов в связи с продлением закрытия воздушного сообщения над некоторыми территориями России. Карелия в список не вошла, однако авиарейсы «Петрозаводск-Мурманск» и «Мурманск-Петрозаводск-Калининград» и обратно отменены до 24 марта. Карельский информационный туристский центр вошел в десятку лучших по России. В конкурсе международной выставки «Интурмаркет» участвовали 70 организаций из 56 регионов страны. Еще две петрозаводчанки стали жертвами интернет-мошенников. Одна из девушек хотела купить детскую коляску, но потеряла 8 500 рублей. Другая пыталась коляску продать, но лишилась 25 тысяч. На 16 марта в Республике Карелия выявлены 129 новых случаев коронавирусной инфекции. В стационарах получают лечение 584 пациента, 26 из них в тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь 4 крайне тяжелых больных. За сутки зарегистрировано 2 смерти от COVID-19.